автомобиля. Ну, я бы не поверила, я бы, ну, не смогла бы даже поверить в это. Да, это просто подарок от компании, Rolex компании наши дарит, помимо зарплаты такой. И когда вы становитесь командой, у вас 5500 человек, это уже все. Это уже большие лидеры, это уже и мероприятия, это уже массово, да, уже в каждом городе проводятся презентации, да. Это ранг исполнитель, член совета директоров, вот такой вот значок получаете вы. Вы получаете, да, пиджак от компании «Ван Шмидт» в Германии, индивидуальный пошив у вас, пиджак, да? И это наша уже спецодежда, как это, свита Майкла. Вот Майкл в костюме, и вот он требует от нас, чтобы мы были в костюмах, и вот мы на всех мероприятиях, борт директора в первом ряду, члены совета директоров. То есть есть совет директоров, который вот дает возможность быть с компанией, как сказать, вместе, да, вот прям совсем вместе. Вот. И у нас в Казахстане два члена совета директоров, два борт-директора, одна из них Камиля Конопьянова, вот, и я. Мы вот создали такую команду. Ну, смотрите, мы не думали прям, что вот так вот все получится. Мы просто что? Любили и делали. Любили и делали. И деньги, что такое деньги? Деньги – это аплодисменты Вселенной для тебя. Понимаете? Деньги – это результат любви к людям. Деньги – это показатель. Вот деньги, вот вы поймите, деньги – это энергия, но она приходит тогда, Майкл всегда так говорит, да? Хочешь стать миллионером, помоги миллион людям. Понимаете? Поэтому иногда мы даже хотим вроде бы помочь людям, но у нас нет инструмента. А в инкрузисе это два понятия соединилось, да? Ты вроде помогаешь себе, проводишь людям встречу, и они тоже меняют свою жизнь, и тебе Вселенная дает вознаграждение. Конечно, зарабатывать такие деньги – это огромные деньги. Я не мечтала. Мое качество моей жизни круто изменилось. Что говорить вообще даже. Сейчас, кто такой свободный человек, когда он может уехать куда хочет, с кем хочет, когда хочет, насколько хочет? Вы понимаете? То есть это абсолютная свобода. Географическая, финансовая. Вот мы слышали, да, финансовая свобода. Можно иметь деньги, но можно не возможность уехать куда-то. Да? Чиновники, может быть, или кто-то там закрытый, да, допустим, каким-то образом. Инкрузис дает тебе абсолютную свободу. Круто? Вы занимаетесь экологичным бизнесом, все это легально. Попробуйте такие деньги заработать легально. Да? Не нарушая. Ну, как бы, понимаете, о чем я сейчас говорю. Поэтому и эти деньги дает компания каждому из вас, каждому, кто... В первую очередь позволит себе это, позволит, потому что очень психологически многие не позволяют таким деньгам присутствовать в своей жизни, да? Маленькие деньги большие, маленькие, да, проблемы большие, деньги тоже проблемы некоторые, да, считают, либо что-то, установок много всяких. Поэтому эти деньги к вам придут тогда, когда вы уже будете готовы, в первую очередь позволите себе, когда готовы будете действовать, когда вы готовы будете встать и начать. Вот классная есть такая фраза, да? Сейчас, дайте мне вспомнить эту фразу. Люди живут по принципу «вдруг война, а я уставший». Правда же? То есть, если так разобраться, вы же копите свои ресурсы, экономите. Каждый день по чуть-чуть не доделаем, экономим. Но внутри где-то теплится то, что я же могу, если хочу. Есть такое? Попадаю к вам, потому что все так живут, понимаете? Вдруг война, а я уставший. Поэтому мы ждем какого-то времени, ждем, а время идет. Вспомните себе 5 лет тому назад. Вспомните 5 лет. Быстро 5 лет наступило? Очень. Вы сегодня имеете то, что, о чем думали 5 лет тому назад? Нет. Да, наверное. Поэтому от вас сейчас зависит то, что вы будете иметь через 5 лет. Слышали сейчас? Именно от вас сейчас зависит. Это очень важный момент. Что происходит в мире? Что происходит с инкрузисом? Никто не ожидал, что наступит пандемия. Когда мы начинали, рассказывали про круизы, когда вот эти договоры. Никто ничего этого не ожидал, да?
время ты не знаешь, на каком моменте, с какой стороны что будет. Но надо научиться здесь и сейчас. Такое слово везде, на тренингах, из каждого интернета везде кричит это слово, везде «здесь и сейчас». А как оно «здесь и сейчас»? Это вот «здесь и сейчас жить». Я не знаю, примете ли вы решение с нами быть или нет, это уже ваш выбор, да, как вы с этим уйдете, с этой информацией. Но я просто хочу, чтобы вы немножко вот проснулись и увидели, начали видеть эти возможности. Потому что чем меньше мы на ниже уровне сознания, тем больше мы закрыты. Чем у нас выше уровень сознания и да, развития, тем мы везде каждый раз видим возможности. Поэтому приоткройте свои глаза. А сознание, это что это такое? Это совокупность знаний. То есть чем больше мы будем расширять да, свое сознание, тем больше будем развиваться, тем больше нам будет, мир будет открыт для нас. Поэтому я вас всех призываю просто хотя бы пробудиться и проснуться, да? И просто начать жить осознанно. И Инкрузес я благодарю, потому что в 2017 году какая у меня жизнь была и какая сейчас. Я даже на тонком плане уже людей чувствую. Это все через этот инструмент. Я сейчас могу смело сказать, что я счастлива. Прям, если в 2017 году спроси меня, ты счастлива? Я скажу, всегда я счастлива, а внутри несчастлива, да? То здесь я сейчас счастлива от этого состояния. Я не знаю иногда, как это передать. Я просто хочу просто передать это состояние людям, примерить. И это, мне даже страшно представить, если не Инкрузес в моей жизни, понимаете? Вы представьте, вы настолько это для меня важно и ценно. Раньше, если мои родные и близкие, каждый раз, когда я занималась бизнесом, встречу, приходила на встречу, мой папа говорил, устройся на нормальную работу, хватит приставать к людям, да? Мне за тебя стыдно, говорит, да? Уже, ну вот такое, да, то сейчас они уже, он мне пишет, скинь презентацию, я там парикмахерский, скинь там то-то, всем подряд рассказывает. Потому что эта компания уже все, всех родню, всех уже, все в Инкрузес уже, ну, понимает, что это работает. Поэтому я вам желаю сегодня вот принять это решение, вам, ну, это такое, провалилась монета вообще, почувствовали вы то, что, да, о чем мы хотели вам донести. Идите за этой компанией не просто круизы, не просто деньги. Увидите полностью изменение жизни. Майкл говорит, мы решаем 5 глобальных задач в мире. Да? Мы даем людям возможность путешествовать. При этом он, когда приезжает человек с путешествия, он без проблем приезжает. В основном мы путешествуем в кредит там, и так далее. Да еще и потом год платим за это все. Да? А это свободное путешествие. Позвольте это дать. И самый пятый проблему глобальную, которую решает Инкрузес, она взращивает лидеров. Миру нужны кто? Лидеры. И наша компания – это прям вот машина, которая что делает? Взращивает лидеров. Это даже не обязательно в командах это происходит. Это происходит от самой компании. Вы регистрируетесь сразу в Академии лидерства, в кабинете, Майкл каждый раз на созвоне. Это для вас классная возможность. Я, конечно, буду рада, если у вас и так все хорошо, но Инкрузес это для вас как дополнительная возможность, да, что-то в жизни поменять и это применить в своей жизни. Вот. По маркетингу я все рассказала, да? Давайте вот быстренько еще новости кое-какие расскажу про личностный рост. Вот. У нас 7, 8, 9 числа мы организуем для своих лидеров тренинг. Очень классный тренинг, он прокачивает все. Деньги, духовное развитие, да? Здоровье, выход на сцену и так далее. 7, 8, 9 числа тренинг Жаната Жусупова будет проходить в Астане. Я его пригласила для нашей команды. И только первые 50 человек да, могут пройти его. Я вам, знаете, просто скажу, вот я за 10 лет саморазвития. Это один из тех наставников, который действительно меняет ваше мышление прям на клеточном уровне. Вы выйдете с тренинга абсолютно другим человеком. Поменяете даже отношение к питанию, к окружению, к себе. Все поменяется у вас. Это 100%. Я даю гарантию. Если кому-то не понравится, я верну деньги. Понимаете? То есть настолько я уверена в этом тренинге. Поэтому пользуюсь этой возможностью, пока здесь все, я хочу сказать. Только 50 человек, я его пригласила из Турции, он прилетит нам напрямую с Анталии, только 50 человек, первый пройдет этот тренинг 7, 8, 9 ноября. Также хочу сказать, что у нас в Астане есть офис Инкрузес, который открыт для всех.
Также у нас 23-24 в Алмате будет мероприятие, приедет борт-директора Украины. Мы сейчас собираемся делать бордовской десант, будем ездить по городам, по странам, да, все получать. Да, круизный бордовской десант, понимаете? Вот, и первый десант, да, первый, это как сказать, спуск это к нам в Алмату, едут украинские лидеры 23-24 вот, октября, буквально на следующий день, 450 человек, билеты уже раскуплены, мы будем встречать их в красивой юрте, в национальных костюмах, вообще все от и до батыры, то есть это классно, и это все мы сами создаем. Но Майкл не говорит, делайте то-то, 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 мы здесь проявляем себя как творчество, это сами, представляете, это классно. Поэтому добро пожаловать в нашу семью, в наш бизнес, где вас ждет вот такое вот все классное. Спасибо.